Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Так считают 49% россиян, следует из опроса Левада-центра. Это на 11% меньше, чем 3 года назад. При этом количество людей, которые рассматривают службу в армии как долг, который нужно отдать государству, несмотря на собственные интересы, увеличилось почти на треть, до 34%. И почти каждый 10-й участник опроса ответил, что служба в армии – занятие бессмысленное и опасное. Его нужно избегать. Наименьшая поддержка воинской службы среди молодежи – только 19%. И тех, кому едва хватает на еду, 14. А еще жителей Москвы. В российской столице службу армии поддерживает только каждый 4-й респондент.